Они у нас ее и Рубон Салимдастарсия. Привет. Следующая заявка у нас. Я ее даже не подготовила. Что такая не подготовлена, это я просто. Так, Гадельбек. Гадельбек. Жанай. Жилома Жаным. Она самая. Подожди, подожди. Стоять. Что-то каких-то два варианта вылезло. Подожди. Так, поиск. Так. Собственно, они одинаковые, но почему-то одно хорошее качество написано. А тут что, плохое качество? Видимо, да. Ага, все, поняла. В хорошем... ладно, не важно. Они все равно одинаково маленькие, как оказалось. Я так понимаю, клип будет черно-белой тематики. Тематики. Хорошее качество 480. Что-то кто-то не знает о хорошем качестве, не понимает, что такое хорошее качество. Ладно, неважно. Погнали. Галибек жена и Жилома Жаным. Песня называется «Раз, два, три». Подожди. Раз, два, три. Поехали. Идет дождь. Песня тоже старая, я так понимаю, судя по тому, в каком формате она снята. Почему я думала, что это девушка? Гадельбек, видимо, мужчина. Он в тюрьме, что ли, сидит? Шатки. Сбил кого-то на машине. Фактор, знаете, не всегда человек, который кого-то сбил, виноват. Естественно, пешеход всегда прав, но есть такие пешеходы, которых не грех переехать, если честно. Ну, я надеюсь, это не будет зачтено мне в минус. Ну, просто реально, некоторые сами кидаются под машину. Я даже сама, когда просто стою на светофоре, я смотрю и наблюдаю, как иногда бабки несутся на красный свет, когда вот тачка на огромной скорости едет, а они несутся. Вот зачем? Ты не можешь подождать 2 минуты? Он не успеет затормозить. А ты глупая, старая. Я уж не говорю про других людей, которые даже в неположенных местах любят перескакивать перед тачками. Уже мужчина есть. Не дождалась его из тюрьмы. Енді түрінке отырғызама. Жоқ, біз бір ретін табармыз. Ау!
очень грустная песня, грустная история в плане того, что может произойти с каждым. Я понимаю, когда там пьяный водитель, когда вот козел тот еще, который скрывается с места преступления и так далее. Ну, когда вот такие ситуации происходят, всегда очень жалко людей. Ну, в любом случае, тот, кто умер в этой ситуации, прав, кто погиб. Да. Ну, в общем, бывают очень разные ситуации. Даже как-то мы... Так, история небольшая. Ездили с мамой и с дядей в город. И ехали по улице. Ночью очень темно было. То ли туман был, то ли дождь был. И какая-то зараза просто пьяная. Именно пьяная женщина выскочила на дорогу, просто реально выбежала. Дядя успел сориентироваться, затормозил, и машину нашу развернуло вот так вот. То есть, как бы, как таковой сильно аварии не было, то есть, все хорошо, никто не пострадал, но есть и такие люди, вот. Так что, как бы, в каждой ситуации, в общем, человеческий фактор никто не отменял, в общем, да. Все, ладно, закрыли тему лесобазы в первой лиге. Погнали следующую заявку. Спасибо огромное за просмотр вместе со мной. Всем пока.